В Аше на форуме «Цифровой Кыргызстан. Развитие региона» с участием президента Сооронбая Жээнбекова СМИ нашли спящих чиновников. В основном оператор заснял тех, кто сидел на задних рядах. При этом не совсем ясно, было ли это на выступлении президента или других спикеров. Сегодня в Верховном суде пересматривались дела политиков Умурбека Тикибаева и Садыра Джапарова. Прошли митинги в поддержку заключенных, на которых собралось сотни людей. Рассмотрение дел перенесли. 22 апреля силовики Таджикистана обвинили 9-летнего кыргызстанца в том, что он разбил стекло экскаватора таджикистанца. Из-за этого ее забрали к себе в Таджикистан. Около 60 граждан Кыргызстана собрались в центре села Аксай для выяснения обстоятельств. Конфликт в итоге урегулирован.